В ЮАР причиной большой автомобильной пробки стал молодой лев. Он сбежал из местного заповедника и не спеша прогуливался по узкому мосту. Водители, опасаясь сбить животное, остановились. Ни гудки, ни шум двигателей на хищника не действовали, а выйти из автомобиля и прогнать его никто так и не решился. В результате на жаре людям пришлось провести почти час, пока лев сам не ушел с дороги и не вернулся в заповедник.